кто когда-нибудь последний раз занимался аналитикой? В смысле, аналитической химией? Никто никогда? К сожалению. Вот, на самом деле это неправда. Вот только что на перерыве вы занимались ей, когда ели сэндвичи, кофе пили. Вы же определили, что кофе сладкий, да? Или там сам вкус этого кофе, да? То есть, ну, каким-то способом все-таки вы произвели анализ. Вот. Ну, таким образом, аналитическая химия, если можно так сказать, является одним из древнейших занятий человека, наряду с остальными двумя. То есть, журналистикой и проституцией. Вот. Ну, конечно, в древности люди пытались найти ответы на свои вопросы, из чего состоят хотя бы пища или вообще вещества, как древнегреческие философы придумали теорию о четырех элементах – земле, воде, огне и воздухе, которая потом получила развитие в средние века в алхимии. Алхимики создали ртутно-серную теорию, согласно которой все вещества состоят из трех компонентов, смешанных в различных соотношениях – соли, ртути и серы. Вот. Ну, несмотря на то, что они, конечно, все заблуждались, их открытие привели к появлению современной химии, и даже некоторые открытые ими способы анализа используются за недавнее время, например, анализ золота на пробирном камне, когда сплавом золота делают черту на специальном материале и сравнивают ее с чертой золотых иголок с известным составом. То есть анализируют на цвет черты на глаз. Вот. Ну, наука на месте не стоит, поэтому сейчас я вам расскажу немножко о современном состоянии. Вообще, из чего состоит аналитическая химия? Из трех больших разделов. Это качественный анализ, количественный анализ и структурный. Соответственно, качественный анализ – это позволяет нам определить, из чего в принципе вещество состоит. Количественный позволяет определить количество этих компонентов. И структурный – определить структуру веществ, то есть молекулярные формулы, кристаллическую решетку, там, ну и все такое прочее. Вот, перейдем, значит, к качественному анализу. Качественный анализ делится на два таких подраздела. Это реакции мокрые, так сказать, и сухие. Мокрые, то есть, которые происходят в растворах. Ну, на бытовом примере я пока приведу примеры, как это встречается в жизни нашей, вне лаборатории, скажем так. Ну, например, всем известная реакция крахмала с йодом посинения. В данном случае определяется творог, настоящий и искусственный. Сода и уксус, которые добавляют в тесто. Реакция покраснения борща, добавляем в него лимонную или уксусную кислоту. Ну и эта фотография тоже всем известна. Реакция потемнения солей серебра от видимого света. То есть, ну, из-за чего и получается изображение. Вот. Также существуют и сухие методы, то есть вне растворов. Ну, как пример в нашей жизни, это фейерверк. По цвету вот этого огня, горящего состава, можно определить, из чего состоит материал фейерверка. Допустим, соли лития дают ярко-красный цвет, соли натрия ярко-желтый, калия фиолетовый, ну, так можно продолжить, бария зеленый. Ну, и, естественно, это все используется в аналитике. Допустим, геологами на месте они нашли какой-то минерал, ставят горелку, добавляют минерал, вносят в пламя, и оно окрашивается в соответствующий цвет. Вот, так. Дальше переходим к анализу количественному. Количественный анализ делится на две, то есть, таких больших, два больших подраздела. Это мокрая химия, тоже химия растворов, и методы инструментальные. Мокрая химия – это традиционная химия, то есть это растворы, кислота, пробирки, колбы и так далее. Основными методами у нее являются титрометрический и гравиметрический. Титрометрический метод – это метод анализа, основанный на измерении раствора, объема раствора, прошедшего на проведение реакции.
Я приведу пример с той же самой содой. То есть, допустим, у нас есть раствор соды, и по объему количества кислоты, которую мы прольем к нему и будем проливать до тех пор, пока не перестанет выделяться газ, мы можем определить, сколько этой соды было. А если мы, допустим, проведем ту же самую реакцию, соберем этот газ и взвесим его на весах, это будет уже гравиметрический метод, то есть метод измерения массы, и тоже таким способом можем определить точное содержание вещества в растворе. Дальше пойдут у нас инструментальные методы, ну их тут наибольшее количество. Их вообще существует очень много, я все, конечно, не смогу рассказать. Ну, допустим, калориметрический метод позволяет нам определить количество какого-либо вещества, основанное на окраске, на плотности окраски раствора. То есть берется какое-то вещество, переводится в окрашенный, в такую форму, когда его раствор становится, имеет какой-то цвет. Ну, как пример могу привести определение гемоглобина в крови. То есть берется кровь, делается раствор, добавляется соляная кислота, раствор приобретает бурый цвет, и по этому цвету, по насыщенности цвета, определяется количество гемоглобина. Ну, раньше это определялось просто на глаз, по таблице, а сейчас это определяется с помощью вот таких приборов, калориметров, которые излучают свет определенной длины, и насколько сильно он поглощается этим раствором, детектор нам указывает содержание. Вот. Так, следующий метод — хроматография. Очень распространенный и интересный метод, открыт русским ученым. Самое интересное, ну, хромос — это цвет, да? И открыл его ученый по фамилии Цвет, Михаил Цвет. Ему даже хотели дать за это Нобелевскую премию, но не успели, он умер. Вот. Метод основан на чем? На способности веществ абсорбироваться в... Как это правильно называется сейчас? Забыл слово. Так, вот, в общем, называется метод распределения веществ между двумя фазами, подвижной и неподвижной. То есть, допустим, ну, приводится на примере бумажной хроматографии, которая сейчас нигде не используется. То есть на бумагу наносится исследуемое вещество, дальше один конец бумаги погружается в кювету с растворителем, и он стекает по бумаге вниз, и вещества, они по-разному удерживаются бумагой, и в зависимости от этой, как этого, коэффициента удержания, они вот стекают вниз с разной скоростью. И, ну, там это уже другой вопрос, как на бумаге это определить. Мы можем определить, что это вещество одно, это второе, это третье, это четвертое. Естественно, сейчас это отдано на откуп приборам. В приборах приборы откалиброваны так, что каждое из этих веществ проходит через детектор свое время, и детектор нам показывает, что это был. Допустим, если это газовый хроматограф, то что это был углекислый, если газ, кислород, там, аргон, ну, что содержится в воздухе, например. Ну, в основном это используется в анализах растворов, газов, там, в нефтехимии, в биологии, в медицине. Так, следующий метод. Извините, я не могу разговаривать. Это атомно-эмиссионная и атомно-абсорбционная спектрометрия, основанные на излучении. Атомно-эмиссионная спектрометрия основана на возбуждении атомов самой пробы. То есть, когда они ионизируются, они начинают излучать свет. Эмиссионный спектр. Вот этот вот. И каждая спектральная линия соответствует своему элементу. У каждого элемента свой набор спектральных линий. По яркости этой линии можно определить содержание элемента. Абсорбционная, ну, она немножко отличается, ну, вообще-то не немножко, достаточно сильно. Но дело в том, что элемент, он ту же линию, которую он излучает света, он также ее и будет поглощать. Там используется источник света с определенной длиной волны. И проба, так называется, атомизируется, то есть такой пар обращается, и этот пар поглощает свет той же самой длины волны, который в ионизированном виде это вещество испускает. Ну, это также регистрируется детектором и позволяет, и определяется. Вот. Тоже методы очень
многогранно используется везде, где нужно определить элементный состав вещества. И в исследованиях, и в контроле продукции, медицина, криминалистика, огромная область использования этих двух методов. Плюс к тому, они позволяют определять огромное количество элементов, до 70-80 элементов, одновременно за один анализ. То есть, допустим, за сутки, например, на автоабсорбционном спектрометре можно обработать несколько тысяч проб. В отличие от этого, мокрая химия, допустим, позволяет нам определить один элемент за один анализ, и некоторые анализы длятся несколько суток. То есть это намного ускоряет процесс. Так, следующий метод – масс-спектрометрия. Это, грубо говоря, взвешивание ионов вещества в магнитном или электрическом поле. То есть вещество так же, как и атомные фиссионы, ионизируется, ускоряется, и поток проходит через магнитное поле, и более тяжелые вещества от более легких отличаются в прохождении, их прохождение через магнитное поле, одни отклоняются больше, одни отклоняются, другие меньше, и они попадают в разные места детектора, и таким образом он различает, где что находится. Метод очень точный, позволяет определять до, дай бог памяти, пикограммов вещества с навески, например, в 100 миллиграмм или в 10 миллиграмм, то есть там буквально отдельные молекулы. Так, он также позволяет определять изотопы вещества, что используется в радиоуглеродном анализе, в геохронологии, то есть для определения возраста породы. Так как вещество тут все-таки ионизируется, то есть разлагается в некоторой степени, то есть распадается на части, допустим, какие-нибудь большие молекулы белка или углеводородов, метод позволяет косвенно определить еще и структуру веществ. И следующий метод — ядерный магнитный резонанс. На мой взгляд, это один из таких самых мощных методов анализа. Основан на поглощении энергии атомами, находящимися в двух перпендикулярных магнитных полях. То есть мы все, наверное, смотрели «Доктора Хауса», видели МРТ. То есть, здесь точно так, принцип абсолютно точно такой же. Проба помещается в спектрометр, проходит, то есть магнитное поле, и вот она движется в перпендикулярном этом поле. Атомы поглощают энергию этого поля и начинают вращаться, не только вокруг своей оси, но и вот эта ось начинает, это называется прецессия, то есть она вращается не только вот так, но еще и вот так. Я не знаю, как это объяснить более правильными словами. В общем, в этот момент энергия поглощается, и что регистрируется детектором. В отличие от предыдущих методов, этот метод является неразрушающим, то есть проба сама остается такой же, как была, что позволяет производить исследования биологических каких-то объектов, то есть, допустим, мышки, она останется живой, а не превращенный в ионизированный газ. Тем не менее, есть и у него свои недостатки. Допустим, анализ тоже может быть очень длительный в сравнении, допустим, с рентгеновской дифрактометрией. Метод... Вообще, практически все эти методы, не считая методов мокрой химии, возникли примерно в одно время, в начале-середине 20 веков. И, допустим, ядерный магнитный резонанс открыт в 47 году, а развитие большое получил где-то в 80-х годах. Долгий путь идет от открытия до реализации его на практике. Область применения, конечно, у него тоже широчайшая. Это ядерная энергетика, археология, медицина, биохимия, где только можно. Конечно, естественным ограничением остается его цена. Спектрометры, очень высокотехнологичное оборудование, стоит от нескольких миллионов долларов. Чем я хочу закончить.
Аналитическая химия – это прогрессивная наука, развивающаяся, использующая новейшие методы исследования. И, собственно говоря, химия ее уже даже можно и не называть. Это некоторые авторы склоняются к тому, чтобы назвать ее аналитикой, отдельной наукой, так как она включает в себя не только химические, но и физические, и некоторые даже биологические методы исследования, например. Так, вот так перейдем. Например, насколько рост бактериальных культур замедляется при применении каких-то там антибиотиков. В общем, слава науке! Вопросы? Действительно. Вопросы? Существуют ли вещества, которые не подвластны аналитической химии? Ну, отдельным методом, конечно, существует. Допустим, методом атомно-эмиссионным невозможно определить молекулярный состав вещества. То есть, допустим, я анализирую материал с содержанием железа, я не увижу там оксид железа трехвалентного, двухвалентного, четырехвалентного, я увижу просто там железо и все. Но есть другие методы, те же рентгеновские, МРТ, да, ядерный магнитный резонанс, который позволяет определить не только элементный состав, но и структурный состав, то есть какие связи, как это все располагается, там в случае, допустим, изомеров белка, ну, разных, правозакрученных, левозакрученных. Ну, практически таких веществ сейчас, наверное, нет. Я, если правильно понял, вот ваша непосредственная работа, она связана с тем вашего... Да, да. Не могли бы вы рассказать о своей работе и как вы используете эти методы? Ну, я работаю на предприятии ООО «Мурметалл» в химической лаборатории, где мы определяем состав непосредственно выпускаемой продукции, то есть стали и материалов так называемого входного контроля, то есть ингредиентов, которые используются для выплавки стали. Это там огнеупорные материалы, ферросплавы различные, ну, их, в общем, очень много, перечислять можно долго. Ну, и у нас используется, как в бедной России, много методов мокрой химии, потому что они на... Ну, вообще-то они не очень дешевле, чем инструментальные, только за счет того, что там приборов не нужно, а только стеклянная посуда. Вот. Но зато они очень затратны по времени, и некоторые реактивы могут стоить достаточно дорого. Вот. Ну и, конечно, у нас тоже есть оборудование. Ну, в основном это атомно-эмиссионные спектрометры. Один есть рентгеновский, один атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой. Это более современный прибор. Вот, кстати, вот такой. Этот немножко поновее. Ну, прибор с очень высокими возможностями, можно анализировать все, что угодно. Ну, еще что-нибудь вы хотели бы услышать? Да. А можно мне вопрос? А смотрите, НАСА публикует фотографии, которые сделаны с телескопа Хаббл, космических объектов. И на основании цвета этих космических объектов делают вывод о их химическом составе. Да, да. А не подскажете, что это за метод? Вот это и есть, собственно говоря, эмиссионная спектрометрия. Ага. Вот, ну, единственное, что звезды излучают не так, как газы, у них вот такой вот больше спектр. Ну, как все мы видели радугу от Солнца, да, это спектр нагретого тела. А этот метод, он достаточно точный? Да, позволяет определять, ну, не во всех элементах, конечно, там есть некоторые ограничения, но по некоторым определенным элементам точность до 100-тысячных долей процента или даже до миллионов. Но этого очень сложно добиться. Допустим, у нас в своей лаборатории мы этого никогда не добьемся, наверное, вообще. Простите. Еще вопросы? Я. Кто-нибудь из вас наговорит. Вот ты упоминал, я боюсь ошибиться с названием метода, ядерно-эмиссионный, кажется, последний. Да. Ядерный магнитный резонанс. Упоминал о том, что его, да, ядерный магнитный резонанс, прошу прощения, можно использовать в совершенно разных сферах, в том числе в археологии. У меня как историк интересует. Пожалуйста, объясни, каким образом... Ну вот это и исследуется для определения хронологии. Ну, то есть для определения возраста по количеству радиоактивных, содержания, соотношения радиоактивных атомов. А
есть ли у него предел возможностей? То есть насколько древний артефакт мы способны определить? Ну, из какой точки? Это как бы основывается радиоуглеродный, да, анализ, то есть по определению содержания углерода в радиоактивных изотопов углерода в органических материалах. Период полураспада углерода, что-то вот этого изотопа 13-го, чтобы не соврать там. Короче, порядка 60 тысяч лет он дает с точностью, по-моему, плюс-минус 100 лет. Ну, а впоследствии тоже дает результат, просто менее точный, да? Да. Ну там уже, если там кости динозавров, например, там уже будет плюс-минус миллион. Это не принципиально. Ну да. Как бы я не думаю, что это принципиально узнать, сколько, во сколько лет динозавр умер. В 50 или в 60. Вот. Какой из представленных вами методов является самым широко используемым и почему? Ну, наверное, это вот методы как раз атомно-эмиссионные, атомно-абсорбционные, ну, вместе, может быть, с хроматографией. Потому что они наиболее экспрессные, то есть скорость анализа очень высокая. При этом определяется сразу много элементов и с высокой точностью. Ну, я, конечно, не претендую на то, что я знаю все отрасли, где они применяются. Ну и, конечно, методы используют мокрой химии используют тоже очень широко, потому что они простые. Ну, конечно, там тоже есть свои нюансы. Вот. И очень часто они используются как арбитражные. То есть, если, допустим, две лаборатории получили инструментальными методами разные результаты, они проверяют это методами мокрой химии. Ну, что тоже, конечно, не всегда осуществимо, поскольку точность у нее значительно меньше, чем у инструментальных методов, потому что, допустим, изменение окраски раствора с очень маленьким содержанием, его просто не будет, этого изменения. Или человек его не заметит. Потому что, ну, это все основано на людских глазах, грубо говоря. Ну, или точности. Ну, весовой метод, конечно, поточнее, потому что существуют очень точные весы. Еще вопросы? Тоже. А вот всех этих методов, какой самый долговременный по получению результата? Химический, конечно. Ну, ядерный магнитный резонанс тоже может быть очень длительным. Там, да, по-моему... До суток. Ну вот химические анализы некоторые делаются несколько дней. Это, я могу сказать, на нашем примере. Наверное, какие-то анализы, допустим, из медицины, биохимии, они могут быть вообще очень-очень длительными. Максимально известно. Ну я не скажу. Допустим, тоже анализ на отцовство, это же определение ДНК. Сколько он длится? Несколько дней? Сейчас. Раньше, конечно, это было очень долго. Не забывай то, что можешь кубики раздавать с людьми. Ну, потом. Какие перспективы у этого? О, перспективы вообще самой науки? Ну да, в смысле развития этого. То есть, может, какие-то новые методы появляются? Может? Ну, видите, дело в том, что открыть новый метод, это как бы сложно. Та же вот я на примере ядерно-магнитного резонанса. То есть открыт он в 1947 году, а начал использоваться практически через 30 лет после того, как его открыли. Точно, ну, как дают Нобелевскую премию, да, открытие произошло, и через 50 лет, грубо говоря, ученый получает эту премию за... Вклад. За, ну, не за вклад, а, как сказать, за последствия своего открытия, за то, как они внедрены в жизнь. Ну все, конечно, это не стоит на месте, развивается. Ну, некоторые методы, допустим, ну, из последнего, что я читал, метод рентгеновский. Я, кстати, не упомянул очень распространенные методы рентгеновского анализа, но просто я не могу же рассказать обо всем. Он так же, как атомно-эмиссионный в чем-то, то есть рентгенофлуоресцентный анализ, то есть... Вещество облучается рентгеном, и после этого начинает само испускать рентгеновские лучи. Допустим, раньше с помощью этого метода нельзя было определить состав. Ну, точно так же. Мы видим в образце содержание железа и не видим, какое оно. А, допустим, в анализе
металлизированных хакатышей мы видим железо в виде оксида и железо в виде чистого металла. Отличить его не, таким способом нельзя было. Ну, допустим, не так давно это, как относительно, там, лет 10 назад, наверное, вышло исследование, которое позволяет это сделать очень хитрыми методами по изменению интенсивности этого излучения. В общем, наука, конечно, это не стоит на месте. И как бы она, собственно говоря, одна из движителей, ну, допустим, химического синтеза и вообще исследований. Кстати, на марсоходе стоит масс-спектрометр, который определяет состав грунта, да. Все, наверное, спасибо за внимание, я уже не могу разбираться.